Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и у нас сегодня видеообзор на шоколадку «Щедрая Россия», карамель и арахис. Такая вот она красивая, очень молочный шоколад. Все тут так вот нарисовано, да, кстати, начинка внутри, посмотрите, запомните, как она нарисована. Сверху карамель, потом арахис, немножечко бугорочком. Здесь у нас 90 грамм, шоколадки у нас сейчас все идут по 90 грамм, по 100 грамм уже найти большая редкость. Цена растет, шоколадка уменьшается. Также фотографии на все вот это будет в конце ролика, на состав тоже. И давайте ее откроем, посмотрим, что же у нас внутри. Ух ты, что это такое у нас тут? А тут у нас карамель сбежала, оказывается. И выглядит все это очень ужасно. Представляете, вы подарили шоколадку, а здесь сбежала карамель. Как бы это выглядит не очень красиво. Да, как бы еще здесь не вляпаться. Давайте ее вот так положим. Чтобы мне не вляпаться. Так, довольно красивая, но тут довольно пухленькая такая. В принципе, как там было нарисовано. Какао-бобы здесь нарисованы. Все они ровненькие. Ничего нигде не поотломалось. Видна, видимо, это вот карамель, по всей видимости. Вот, давайте ее посмотрим. Так, здесь вот карамель тоже немножко сбежала. Ай, уляпалась. Так, давайте ее попробуем сейчас разрезать. Что ж такое, я вляпалась тут. Опа. Так. Ну, здесь, конечно, я вижу все совсем другое. Совершенно другую картинку я вижу. По ощущениям, на вид кажется, как будто это арахис сбоку. А карамель вообще, вот она видна, маленький кружочек. Малюсенький такой кружочек. То есть не как нарисовано там, сверху там нарисована карамель, а снизу арахис. Здесь совсем другое. Она идет почему-то сбоку. То есть, с другой стороны, сбоку остается место. Так, давайте попробуем разломать, разрезать еще вот эту. Мне интересно, во всех она так или нет. Нарисовано там было вообще одно, на деле другое. А здесь уже по-другому. Здесь уже совсем другая. Здесь тоже, хотя тоже на одну сторону тут арахис и карамель. Ну, почти похоже чем-то. Давайте попробуем. Давайте я попробую вот эту. Здесь поменьше карамели. Здесь немножко побольше. Как она будет на вкус. Карамели я не почувствовала вообще. Арахис довольно мягенький. Ну, его там, конечно, мало. Чувствуется, что его мало. Если бы его было побольше, было бы вкуснее. И чувствуется, что довольно много шоколада. Вот у меня была половинка. Давайте я попробую целую. Целая гораздо вкуснее, когда ее целую берешь. Зубами проламываешь, она мягенькая. И начинает там растекаться карамель. Орешки. В принципе, в одной штучке орешков достаточно, карамели маловато. Но да, ощущается вкус карамели. Только какой-то у него вкус такой, как поджаристый, что ли, такой какой-то. Что-то не то. Не знаю, чисто на мое мнение. Но довольно вкусная, довольно она мягенькая.
Орешки здесь тоже довольно мягенькие, вкусненькие. Вот, в принципе, может быть то, что они на одну сторону здесь орешки, наверное, может и так и достаточно. Если бы их здесь будет больше, будет не так вкусно. Но единственное, на картинке с той стороны нарисовано то, что они внизу полностью идут, орешки, а сверху полностью карамель. Здесь, конечно, такого нету. В принципе, ради вот этого я делаю видеообзор, чтобы узнать, какая шоколадка внутри, что внутри самой шоколадки, то есть не то, что там вкус, а именно вот что находится внутри шоколадки. Только вот ради этого. Может, кто-то там мне в комментариях писал, какая разница, если тебе не нравится, не покупай. Вот, я покупаю, чтобы сделать видеообзор для вас, чтобы вам в случае чего не ошибиться. Допустим, если кто-то любит очень много карамели или, например, ее не любит, то да, здесь довольно бывает в некоторых плиточках довольно мало. Здесь тут немножечко побольше в другой. То есть, в принципе, они разные. Вот. И, видимо, добавляется здесь разное количество, я так поняла. Вот. Ну, в принципе, довольно вкусно. Покушать можно, можно подарить, но, видите, внутри начинка совершенно другая. То есть ее, видимо, сделать им оказалось довольно сложно. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Покупали вы такую, понравилась вам, не понравилась, какая у вас была начинка, точно такая же или какая-то другая. И также смотрите мои другие ролики, мои обзоры, влоги, как мы с сыночком гуляем, кулинарные видео и много-много другое. Также напишите в комментарии, что не хватает на моем канале. Я обязательно рассмотрю и запишу. И всем пока-пока!